Курс на Балтику взяли самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой. Это тяжелый ракетный крейсер «Петр Великий» и подлодка стратегического назначения «Дмитрий Донской». Они идут для участия в главном военном параде. Он состоится 30 июля в Петербурге. Оба корабля отправились в путь из Североморска. Всего от Северного флота в параде поучаствуют около 10 кораблей и судов, а также экипажи самолетов и вертолетов.